Всем привет, всем добрый вечер. Привет, привет, здравствуйте. Присоединяемся и будем мы сегодня хрустеть глинами. Немного взяла мела, маленькими кусочками их поколола. Будет и сухой, и мокрый. Добрый вечер, девочки. Всем привет. Хрусть. Хрусть. СМР хруст пошел. Ой, я сегодня была... Вчера была вечером на силовой. Сегодня была утром на разминке, на йогу ходила. Короче, у меня болит все. Неделя, конечно, вот этого отдыха ненужного. Конечно, дает о себе знать, как будто первый раз в спортзал пришла. Привет. Здравствуй. Привет, Танечка. Давно тебя не видела. Привет, дорогая. Спасибо, девочки. Это все маска Инстаграма делает меня безумно привлекательной и еще сильней. Итак. Ну, в принципе, давайте начнем. Поудобнее. Сейчас стульчик поставлю. Угу. Итак, что у нас сегодня на тарелке? Ардо, бисквит, Юпитер, но я думаю, что это, возможно, не Юпитер, а сакура, абрикос, яшма и сливочная. Взяла такие более мягкие глины, так как я сухариком поломала кусочек зуба себе. Вот. Да, бывает. И чтобы его не травмировать сильно, я вот взяла более мягкие глины. Недавно думала, точнее не думала, планирую я все-таки поход к стоматологу, чтобы поставить сюда зуб. У меня две операции было на эту часть десны, там нету зубика. Вот сюда нужно поставить зуб, здесь сделать ровненько, здесь, ну, тоже починить. И думаю, наверное, скоро Аня будет грызть только мягкие, примягкие сорта, а все остальные твердые сорта буду растворять в пасту. Все, давайте начнем. Начнем, пожалуй, мы с бисквита. Я, кстати, его давно не грызла. Такой красивенький бисквит. Она очень сильно обволакивает. Скрипит, зараза, в конце. Она прям молочная, такая нежная. Привет, девочки, привет. Увидела смс про бонусы, да? Хочу сказать так. Мне тоже был такой вопрос. Аня, почему вы не кладете бонусы? Ну, во-первых, да, я очень редко бывает, что положу какую-то глину отдельно как бонус.
Но я делаю немножко по-другому. То есть, если мне заказали 200 грамм, я положу 250 грамм, допустим. И так каждый сорт. Я никогда не ложу ровно 200 там или там 202. Я всегда ложу больше. Поэтому у всех бонусы разные. Бисквит мне понравился. Вкусный. Ну, погнали дальше. Давайте тогда с Юпитером. Мне кажется, как будто... Ну, нет, это не Сакура. Может быть, такой Юпитер. У меня просто он с полосочками сюда приходит. Питерский дебит, ух, я почему-то не почувствовала от него вкуса, или так сильно забил бисквит мне вкус, все залипло. Нет, у нас не жарко, в этом году очень долгая весна к нам идет. У меня чуйская лайт была слабо соленая, прям слабо-слабо соленая. Давайте абрикос. Мне очень нравится его структура. А вкус что-то не помню по абрикосу. Знаете, у моей прабабушки был сарай из самана. Вот, ну, когда уже там полуразвалины был, ну, уже непригодный. Он развалился немножко, и вот когда дождь шел, его запах был такой глиняный какой-то непонятный, с соломой. Вот мне абрикосы напоминают. Ой,
Ой, какой послевкусие. Я знаю, что у девочки норма гемоглобина стоит, но все равно это грызет. Значит, что-то другое. Вот давайте не будем. Ну, гемоглобин, будете в этом таблетки пить, да. Сейчас начнется лекция опять. Каждый эфир одно и то же. Поднять гемоглобин, нужно пойти сдать анализы и посетить врача, а не читать в интернете, кто что пьет. То, что пьет, может он не подойти, а может быть еще хуже станет. Абрикос, мне кажется, нет. Соня, ты здесь? Мне кажется, абрикос не Орска. Она вкусная, по мне. Скрипит. Пыльная. Не знаю, как вкус описать. Вот как-то остается после вкуса. Интересно. Не цветочно, не глинина, не молочный, не свечка. Вот такое. Интересно. Яшма. Яшма Орская, она так хрустит офигенно, как будто вот воздушный рис лопается. Не скрипит она у меня. Вкус у нее пыльный. Мне кажется, здесь прям нотки картона, что ли. Также закат не глина, опал не глина, что там еще, южный берег двойка не глина, это все осадочная порода опака. Сливочная.
кажется, башкирское вино. Рыхленько. Она прилипает к зубам. У нее прям четко травянистый вкус. А когда ты ее уже наконец смачиваешь со мной, она прям жирная-жирная слышно. Интересно.